«Витископ». 5 числа мы во Львове собираемся. Такие мини-сборы будут перед играми с чехами. 9-10 играем. Вот это будет уже последняя как бы генеральная репетиция перед отборочными играми в Азербайджане в марте месяце. Для меня это как бы город уже не чужой, так скажем. Вот. Там открытые люди, все достаточно комфортно. И зал, и как бы и для чехов тоже немаловажно, что все-таки это ну, немножко ближе, да, им удобнее. Вот, поэтому приняли такое решение играть во Львове. Обоюдное такое как бы принимали. Вот. Потому что ну, тоже, когда со словаками играли, тоже мы просили, чтобы пошли нам навстречу, чтобы мы далеко не ехали там, и играли мы там 70 километров от границы. Вот. Ну и тут примерно такая же ситуация. Как бы. Если люди будут заявлять о себе, будут стремиться, там, будут хорошо играть, то понятно, что двери открыты для всех в сборную. Но костяк основной, естественно, ну, как любой тренер, наверное, он уже для себя принимает это решение, поэтому уже, я уже определился с костяком. Я надеюсь, что все восстановятся до отборочных игр. Ну, вот Журба сейчас, у него проблемы с голеностопом, да, там, у Сорокина с коленом там проблемы, вот. Ну, будем надеяться, что они восстановятся, хотя, говорится, игровой практики будет не так достаточно. Ну, проблемы существуют, ну, нельзя сказать, что новые какие-то люди, уже все люди достаточно давно играют в экстралиге, поэтому, ну, как бы нельзя назвать там, ну, единственный, кто, наверное, Дмитрий Шамли, который практически из «Локомотива-2» попал в сборную, вот. Ну, а так все, в принципе, уже играют давно. «Витископ» – спортивное видео.